Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о том, что мы признаем государство Палестина. В преддверии сегодняшнего объявления я поговорил с рядом лидеров государств, и я уверен, что другие страны присоединятся к нам в принятии этого важного решения в ближайшие недели. Это исторически важный день для Ирландии и Палестины. Обращаясь к народу Израиля, я заявляю, что Ирландия признает государство Израиль и его право на безопасное существование со своими соседями. Позвольте мне четко заявить, что Ирландия осуждает варварскую резню, совершенную Хамас 7 октября прошлого года. We call again for all hostages to be immediately returned to the arms of their loved ones. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил уверенность, что в ближайшие дни к решению трех стран присоединятся и другие государства. Он добавил, что Дублин, Осло и Мадрид предпримут любые национальные шаги, необходимые для реализации этого решения.